Всем привет, с вами Дик Квай, и я хотел бы вам рассказать, как попасть на наш ПТС-сервер на примере двух браузеров. Это Internet Explorer и Opera. И начало с Opera. Заходим на форум. Открываем тему, как зайти на ПТС через новый фагейм. Нам нужна вот эта ссылочка. Далее мы видим здесь два букмарка. Нам нужен только который верхний. Для того, чтобы появилась в Opera панель закладок, необходимо проделать нехитрую манипуляцию. Вот здесь вот левой кнопкой мышки настроить панель инструментов, панель закладок. Вот она появилась. Наводим кнопку мышки на эту надпись. Зажимаем левую клавишу и делаем нехитрую манипуляцию. Вот она. Далее переходим на сам зуб. Выбираем игру. Выбор игры обязателен, иначе скрипт не сработает. Нажимаем на него. Появляется вот такая панелька. Нам нужен ПТС-сервер. Вот она появилась. Метка. Метка ПТС. Для этого нужно заготовить еще копию клиента. Копию клиента я уже сделал заранее. Назвал ее ПП-ПТС. Далее жмем настройки. Путь файлом игры. Выбираем свою игру, жмем ОК и ждем, пока система проверит файлы. Если что-то не хватает, то здесь будет полоса загрузки. Как вы видите, у меня уже все закачано, осталось только войти и наслаждаться игрой. Так, теперь то же самое с Internet Explorer. В принципе, манипуляция ничем не отличается. Все один в один. Как вы видите, у меня здесь уже закладки сделаны заранее. Вот для удобства я их даже переименовал. То есть кликаем сюда. Очевидно, сайт немножко притормозил, но это не проблема. Вот мы уже здесь. Выбираем игру. Нажимаем нашу закладочку. Появляется ПТС. Здесь он уже выбран у меня. Для перехода на лайв надо выбрать лайв. И далее манипуляция точно такая же, как и в Opera. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всего доброго.